Всем привет! 5 мая. Вот наша тепличка. Решил вам показать. Тут у меня директор теплицы теща. Она тут занимается всеми делами. Мне главное натянуть вот это грядочки, рассаду. Все теща. Это какие-то высокорослые помидоры. Это перец горький. Это петунии. Такие, которые свисают. Забыл, как они называют. О, Маня. Маня, ты что тут делаешь? Тоже какие-то... Вот это элитный перец. Не знаю, говорят, такой мясистый. Это тоже у нас перец. В общем, они не вырастают. Ну, упирается потом в потолок. Или в крышу, или как оно называется. О, вот зверюга. Надо пойти поймать, бы сейчас что-нибудь вытопить. Друзья, всем добра!